Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу изготовить плот из поддонов. Надо две доски и два поддона. Сейчас их соединить. Вот получился каркас. Сейчас пустые бутылки прикрутим сюда. Пустые пластиковые бутылки, 5-литровые, из-под незамерзайки. Ну вот так получается плот такой. Хочу зарыбить прудик, который нашел. Вот, рыбу поймал. Карась. Запустить прудик этот в поле. Посмотрим. Вот он, прудик в поле. Так, ну что, давай выпускаем. Все, пускай растут. Можно карпиков потом еще зарыбить.